Я свою там забрал, ребят. Все было не зря. А вы чего здесь делаете, девушка? Вы чего? С ума сошли, что ли? А че, все, не будете играть, да? Ладно. Че-то ласты не пошли у нас. Вот эту дрянь. Теряю просто кач. 5 ластов, 15 ластов. Здравствуйте. Как это играть, я не понимаю. У меня же не было такой хрени раньше. Надо звонить прямо после стрима. Записать себе куда-нибудь. Ленок, запиши, пожалуйста, набрать в этот Билтелеком. У меня, если что, здесь под вопросом, ребята. В итоге эти маленькие бродяги бьют именно ближайшего, да? Опс, это надо выходить однозначно. Да ладно, у меня сапог, серьезно. Плохо. Не хочу много терять, давайте сразу бэкаться. Да, кстати, надо было сразу показать ребятам, где удирка. Удирка без флеша. Бродяги отдают приоритет тому, кого ты бьешь. Ну вот я бил крипа как раз, и они начали бить сзади. Я бил впереди, думал залосхитить, попробовать залосхитить крипцами, но не получилось. Ребята отошли или нет? Просто выйдите, мафия, просто выйдите. У меня, к сожалению, нет телепорта. Зачем они продолжали там драться, я не понимаю. Когда вы знаете, что к вам могут четверо сместиться, зачем продолжать драться? Джин вообще оказался где-то очень далеко впереди. Я не удивлюсь, если они сейчас ругают меня. Но я попинговал прям в линию им. Так, сапожонок мы не купим. А вот пинквард мы купим. Один шесть, Ката забирает шестой уровень. Чуть-чуть нагнали ее по качу. Хотя она грязи много, конечно, на боте сделала. Но все же. Возможно, бэкнулся, кстати, человек. Дайте ласхиты.
На твоем месте я бы взял сапог. Я бы с удовольствием, но у меня в рунах стоит сапог. Случайно так получилось. Я бы так и взял. Так, здесь типа у меня стоит вижен, да? Хорошо. Удир как раз был на боте. Мы можем сходить к вину загангать. С мундариком. Хорошо, пачку не будем трогать, пусть забирают. Бот душит жестко. Прикольно то, что она еще и скачок отдала. Так, и сюда смещается катана. Ой. Ультимейта нету, пока что не будем сильно булить, не. Хорошо, она вроде как бэкнулась. Опережаем немножко ее по качу, очень много человек ромит. Мало стоит на линии. Боже, как же их душит, а? Ну зачем они так глубоко заходят? На что рассчитывает этот джин, я не понимаю. На что рассчитывает этот джин? Сюда пятеро смещаются. Прям беда, печаль. Противник. Не достаю. А? Окей. Зря отдал ТП, думал будет инициация, а ее нету. Прилично-то кату прогрели. Противник убит. Окей, бэкнулась. Противник убит. Враг сделал дабл. Кстати говоря, можно было забрать драка вместо пластин. Девушка, а вам чего? Скоро исчезнет.
Ой! Куда двинуться? В наш лес? Перенаглел, братишка, перенаглел. Так, отопляться. Я не понял, а Блу не я забрал? Окей. Блу не я забрал, ребят. Ваша команда уничтожила башню. Так, бот минус. Окей. Не страшно. Ваша башня уничтожена. Ты тут стопудово вижен стоял. Слушай, ну мог бы по миду на самом деле пустить. Куда Мунда понес этот ништячок? Ой-ой-ой. Мунда там приехал однозначно. Потихоньку появляется ультимейт. Так, тот должен упасть. Окей. Перетрусил, ребят, немножко я здесь. Перетрусил. Засранец, ты где? Ладно, давайте бэкнем. Тут, кстати, с большой вероятностью есть вижен. Под дефом у них тишина, да? Мы можем и эту штуку пойти собрать. Следующим предметом прям. Этого дракона нужно будет обязательно забрать, ребят. Киньте вижен, пожалуйста. Блин, почему я пинг не забрал? А. Сколько говна я там накидал, а? Сколько говна я там накидал? Минус драк. Стоит, короче, саппорт на линии, и здесь вообще вардов нету. Смотрите, вот. Фидл кинул. У меня саппорт, если что, на миду стоит. С четырьмя зарядами. Охренеть. Опасно. Киньте долбанный вижен, а.
Закроют же сзади. Блин, сыкотно втроем сюда заходить. Ну, это предсказуемо было, что он здесь закроет. Но мы здесь глупо зашли. Я понимал то, что мы делали ошибку, но... Он пошел вместе с ним. Мы там зашли глупо. Ой, молодец. Опа, опа, саб ставит варды. Кайф. А как туда поставить за спинку аккуратно? О, хорошо. Они ничего не видели. Не дотянулся? Испугались? Я забрал свое здесь. Я свою там забрал, ребят. Все было не зря. Че там? Передумал или что? Окей. Не будет драться со мной, понятно. Передумала. Так, тут уже пошли потихонечку дефы, хорошо. Блин, ну этого драка надо забрать, ребята. Надо забрать этого драка. Пойдемте. Забрать драка обязательно. Не ходи, Мундо, не ходи на топ. Пойдем, пойдем, бот. Давай линию запушим с тобой аккуратно. Пойдем на бот. Да, они здесь. Я не знаю, что мы здесь, да? Попробуй. Живет. А! Хорошо. Ну, я не могу всех в голове держать. А, у нас Джина не было, да? А Джин был мертв? Не буду я туда заходить. Если хотят забирать, пусть забирают. Угу. Тут Браун трется. С душой причем. А вы чего здесь делаете, девушка? Вы чего? С ума сошли, что ли? Опа, пошла жара, ребят, пошла. Нате еще. Пошел переброс, ребят, чисто по ним.
У них Удир живой. Не очень это хорошо. Наоборот, нам сделать успеваем. Может быть, лучше мы бы забрали ингиб, не знаю. Может, нам и так удастся. Хорошо ломать по миду прям. Все живые, красиво, молодцы. Вот Лёш, получается, зря ругался. Получается, зря ругался на ребят, вон они мне игру победили, оказывается. Ребята стараются, игру мне тут побеждают, по-моему. Ой, наступила случайно. А чё, всё, не будете играть, да? Ладно. Не стали они тут играть. Могли бы нажать кнопки. А, у нас и фидла не было, да? Фидл решил бот сказать. Но наша ошибка, мы не увидели фидла. Ред, привет. Тут уже наша ошибочка. Блин, вот Фидл хотел пронести и бот, и мид, и все пронести. А так мы бы могли на самом деле закончить уже игру. Это выигранная игра уже была. Вместе с бароном. Вот у людей нету понимания, когда ты сильный и когда ты слабый. Когда можно подраться, когда ну нужно пойти пороумить, когда не надо. Мы пронесли команду, он вместо того, чтобы пойти с нами и закончить игру, он пошел пушить бот зачем-то. И это непонятно вообще мне. И никогда не будет понятно, почему игроки не умеют считать, что 5 лучше, чем 4 или 3. Где-нибудь сделали бы гайды по этому поводу для новичков, вот для сильверов, как я? Что наступает там, не знаю, после 20-й там, или 15-й минуты, уже нужно как-то играть вместе, стараться. Роумы это типа все прекрасно, все хорошо. Лучше этого не делать. Когда уже вот такая стадия, что нужно просто закончить игру. Сейчас они забирают старшего и прям становятся гораздо сильнее. А выходить нам нельзя. Получается. Да, забирают. Окей. Ну, это будет теперь тяжело затащить. После того, как они забрали старшую. А теперь это стало посложнее, чем было. Закрываем последний предмет. Ребята, меня нету, не деритесь. Меня нету, не деритесь. Не деритесь, не надо, не надо, не надо. Джин, ну вот куда ты идешь танчить? Посмотрите на этого. На этого человека, посмотрите. Он просто идет и танчит линию. Ты нужен, братик, ты нужен. Иди на мид. Хорошо, мы можем это закончить. У них сейчас возвращается Вейн, и будет тяжело очень, ребята. Не надо ходить по сторонам.
Окей, закончили. Затащил. Как мог, ребят, старался. Вот говорили, на Мальзахаре катки не тащатся. Все тащится. Просто когда чуть-чуть начинаешь уметь на чемпионе играть, то катки тащатся.